Ракета, за которую гениальному Сергею Королеву заплатили 16 копеек, снова взлетела. Для кино, но по-настоящему. Приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Программа «Сегодня в 22», ее ведущий Ольга Белова. И Антон Креков. С подмосковного полигона Таманской дивизии сегодня успешно стартовала ракета. Но ведомство Сергея Иванова здесь ни при чем. Просто завершились съемки художественного фильма «Сергей Королев. Генеральный конструктор». Как и следует из названия, фильм о Королеве и его гении. Сегодня в последний съемочный день под руководством режиссера Юрия Кары воссоздали события 70-летней давности, когда Королев создал и впервые запустил ракету на жидком топливе. По одной из версий, он собирал ее полностью на свои деньги, а щедрое сталинское государство компенсировало ему 16 копеек на проезд до полигона. Сегодняшний запуск ракеты-дублера стоил 2 миллиона рублей. На нас летит.